раз, два, левый боковой, правый снизу. Вот эта серия игр. То же самое. После каждого удара возвращаем руку на челюсть, защищаем челюсть. С каждым ударом, когда вы бьете, также правая сторона, когда вы бьете правой рукой, поднимайте правое плечо, прикрывайте челюсть. Левое, левое плечо. Все время не забывайте за плечи. Это идет и защита, и сила удара, если вы работаете с плечом вместе. Не только рукой, а еще добавляете плечо, корпус, это удар. В каком стиле? Поработайте немножко. Два. Мысленно. Раз, два, раз, два. Мысленно работайте. Раз, два. Боковой в конце. Раз, два, четыре. И больше. Раз, два. Вы работаете раз, два, раз, два, и в конце уже идет такие, скажем, акцентирующие удары, нокаутирующие удары. Нужно правый прямой и левый боковой. Это уже концовка серии должна быть, да. Мощь-то вкладывайте с концовки. Дай вот второй
не ждет, это удар непонятно, что вы собираетесь сделать. Это удар прыжок, удар рукой. Правильно делать шаг. Не нужно перенабирать врага, там нужно всего два шага делать. Раз, раз, два, туда. И руку ставьте, ноги идут на туда. Рука пойдет в этой части. Но мне кажется, что правильно бить, в таком стиле рука не очень жестко ложится на челюсть, она немножко ломается. Если вы будете класть руку под губой, тогда намного жестче получается удар, и удар должен быть немножко наискось, потому что есть защита. Идет защита, если будет бить наискось, то вы будете по нему попадать вдвоем.